Позиция джинсы крем. Это Италия. 25 килограмм. 27 размер. Вещи, естественно, джинсы без износа. Вера мода. Хотя постоянно будут смотреть. Здесь износа нет. Джинсы в основном маленьких, либо средних размеров. Размер XS 40. В Италии, как правило, больших размеров не бывает. Манго 32 размер. Износа нет. Джинсы в хорошем состоянии. Так, вот здесь срезана бирка. Сказать не могу по размеру. Ну, небольшой. Эска. Двадцать восемь, тридцать два размер. Без износа, без пятен. Одним словом, крем. Так, размер 38. Также бирка срезана. Эска, предполагаю. Ну, эска, да, уж небольшой размер. Размер S 40. Без пятен. Без... А, вот, есть пятнышко небольшое. Размер 36. 34. Также нет износа. Состояние отличное. А вот джинсы большого размера. 33. Ну, во всяком случае, отличного от предыдущих. Здесь вот какие-то затяжки есть небольшие. А так, состояние хорошее. Так, размер S-ка указан. Папа джинс, или как это? Пятен нет, износа нет. Практически как новые джинсы. Тридцатый размер указан. Также состояние идеальное. То есть износа, застиранности никакой нет. 32 размер. Вот еще размер побольше. Также ни пятен, ничего. 36-38. Состояние отличное. Двадцать девять, тридцать четыре. Так, вот здесь вот есть полоска. Я так предполагаю, что она должна отстираться. Такая просто, как будто бы грязь. Сорок второй размер. Двадцать восьмой. Так. Пятен нет. Отличное состояние. Хороший. 34 размер. Износа нет. Как такового. Хорошее состояние. Так, это у нас размер. 26-32. Маленькие. Также
пятен каких-либо, там, износа нет. Так, на 14 лет указаны подростковые джинсы, 164 рост, тоже в отличном состоянии. Так, 34 размер. Тридцать шестой размер. Как новенькие. Вообще идеальное просто состояние. Так, размер. Это Сесиль 29-й. Потому что они хорошие, износа нет. 36-й размер. Пятен нет. Износа здесь какового нет, но тут дырочки, они, конечно, разделались. А так, состояние хорошее. Так, 27-й размер. Без износа, как новенькие. Тели Вэлли 38 размер. Ну, даже говорить, наверное, нечего, потому что крем, он и есть крем. Так, размера здесь нет. Элька. Полагаю, что это L. По состоянию, мне кажется, видно, что идеально просто. Так, тут у нас размер. Не могу найти. В общем, не буду тратить время. СМ. Так, предположительно. Тридцать четвертый размер. Указан. Тоже состояние. Хорош. Ну, в принципе, джинсы, наверное, тяжело-то износить. Но все-таки без потертостей каких-то. Так, размер также не могу найти. В общем, М-ка. Предполагаю, что размер М. Состояние тоже отлично. Тридцать шестой размер. Вот на этих джинсах я могу сказать, что есть немножко такая присущая темным брюкам, джинсам. Такая немножко застиранность. Но я думаю, что это все-таки износ, а не так должно быть. Хотя. А так в целом состояние хорошее. 44-й размер указан. Двадцать семь, тридцать два. Еще какой-то побольше размер. Элька. Хотя нет, наверное, это МЛ, просто это бойфренды. Двадцать пятый размер. Пайетки все целые. Тирамису. Состояние отлично. H&M 34 размер. Здесь какие-то пятнышки, как капли. Так, 32-32 размер указан. Состояние тоже отличное. Так, это у нас 24 размер указан.
клевые джинсы. Тридцать восьмой размер. Ярко-черные. Здесь также размера нет. Небольшой, средний размер. Бершка. 34 размер. Маленький. Идеальное состояние. Next. Это у нас 36 размер. Также Next. Здесь у нас 13. А, так. 13.07, но я думаю, что это все-таки не размер. Не могу сказать. Ну, в общем, МК скорее. Ну, точно не СК. 44 размер. Тоже идеальное состояние. Так, тут у нас 34 размер. Сорок шестой размер. Вот, наверное, единственный пока самый большой размер, по-моему, который был идеальным, просто новый. Тридцать четвертый размер. Вот здесь вот пятно какое-то. Так, черные. Черные джинсы. Скорее как. Так. В общем, размер 40. Так. 40-й. Европейский. Хороший черный. То есть особо нет застирности. Но вот разве что вот на этих местах. Так, и смотрим. Ну, вот здесь немного. Ну, так, в общем, состояние нормальное. Среднее, скажем так. Вера Мода. Опять же, буду искать долго размер. Состояние хорошее. New Look. Это 42 размер. Тоже как новенькие. Тридцать шестой размер. Гэри Вейбер. Размер 40. Так, 44. Потому что они идеально просто новенькие. Есика. Так, 36 размер. Тридцать-32. Это были последние джинсы из мешка. Тоже состояние отличное. На этом все.